На заседании оперштаба еще раз вернулись к организации пасхальных мероприятий. Церкви должны проводить службы в закрытом режиме. Вход разрешен только по специальным пропускам лицам, чье участие в службах необходимо. К обеспечению безопасности подключатся правоохранительные органы. Прихожанам настоятельно рекомендовано участвовать в празднике дистанционно. Трансляция богослужения будет вестись на национальном телевидении, на телеканале ОТР, национальном радио Чувашии, а также на сайте и странице компании в YouTube. Дорогие братья и сестры, нужно помнить, цитируя другие слова, нужно помнить и об этом важном слове, которые были сказаны самим Господом. «Не искушай Господа Бога твоего». В этот праздник Пасхи, конечно, с великой болью и владыка, митрополит, и мы, священнослужители, вынуждены сказать о том, что храмы на День Пасхи не будут открыты для общего доступа людей. Это означает то, что богослужения будут совершаться. Мы, священнослужители, как и врачи, будем исполнять свой долг и будем верны своей священнической клятве до конца. Будем служить, будем молиться Богу за своих прихожан, за паству, будем молиться о том, чтобы вот это вот моровое поветрие наконец прекратилось.